Здравствуйте. Все поклонники биатлона всегда с нетерпением ждут начала соревнований на этапе Кубка мира по биатлону. Любят болельщики биатлон, переживают и болеют за своих спортсменов. Однако всех нас ждало неприятное известие о том, что быстро распространяющийся вирус внес свои коррективы в расписание биатлонных соревнований. К большому нашему сожалению и огорчению мы узнали о том, что властями норвежского Осло было принято решение не проводить последний этап Кубка мира по биатлону из-за опасной болезни. Генеральный менеджером этапов Кубка мира в Холмен-Коллине Кристин Вестгрен-Сетерой было сделано заявление, в котором отмечалось, что норвежские органы здравоохранения предоставили им информацию, исходя из которой и было принято такое решение – отменить заключительные этапы Кубка мира по биатлону. По словам генерального менеджера, жизнь и здоровье людей стоят на первом месте, и относиться к этому надо вполне серьезно. Всем любителям биатлона мы хотим напомнить, что заключительные гонки планировалось провести с 20 по 22 марта. Также отметим, что мужской спринт был проведен без зрителей на трибунах. Очень и очень жаль, конечно. Так не хочется расставаться с биатлонистами. Хочется ждать спортсменов на финише и сравнивать результаты, а иногда ругать их и даже возмущаться, может быть. Смотреть и наслаждаться их выступлениями, следить за событиями, которые порой кипят на биатлонной трассе. Но, увы, по всей видимости, нам нужно ждать уже только следующего сезона. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!